Йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С тобой, как всегда, я, отец Шиморо, и Эббичка. Эббичка Стероид. Давай будем ее называть так. Это значит, у нас Last of Us 2 по твоим многочисленным просьбам. На стриме, значит, у нас была 10-я часть игры, да, 3 часа мы с тобой поиграли. И, соответственно, многие ребята мне написали, что хотят на видео продолжение. И, возможно, эта серия будет финальной, потому что я узнал, что я прошел только половину игры. Только с твоей поддержкой я пройду ее до конца, но я думаю, что не так много ребят придет на видео. Так, Эббичка зовет папочку. Ищем папочку, значит. Устраивайся поудобнее. Сегодня у нас, как всегда, Last of Us. У меня есть небольшие проблемы с провайдером. Вот, боролся всю ночь, но никакому решению не привел. Ну, папа! Это я здесь, Эббичка! Хватит уже. А чё, хватит уже? Я здесь, я пришел, я смотрю на тебя. У тебя уже баночки были в детстве такие нормальные, я смотрю. Вот поэтому ты такая Эббичка Стероид и выросла, да, у нас? Как относишься к стероидным девушкам, напиши мне. Любишь накачанных? Чтобы, если что, женщина тебя отпиздила. Как говорится, не понравилось ей что-то. На тебе, блин, знаешь, не сковородкой. Опа, совет. Там тут белочка. Можно спуститься пониже? Да, можно спуститься пониже. Вот, представляешь, ты поссорился со своей женщиной, а у тебя качок, да? У нее баночка больше, чем у тебя в 2 раза. Папа! Вот, ну хватит уже, Эббичка. Дай я поговорю с ребятами. Где ты? Папа спрятался. Вот, баночка у нее в 2 раза больше, она тебе хуяк тебе как с локтя дала, блин, или прям просто там кулаком в лицо. И все, понимаешь? Вот это я понимаю. Вот это разговоры короткие, насилие в семье, вся фигня, женщина бьет. Вот, на самом деле, есть красивые спортивные женские фигуры, да, на мой взгляд, а есть, ну, прям отвратительно перекачанные женщины. Это прям ужасно смотрится, когда тестостерона много. Пап! Чего? Я здесь. Так, и как мне перебраться на ту сторону? Эббичку озвучили так хорошо, как хорошую девочку. Ну, сейчас посмотрим, знаешь, к чему вообще у нас все велось. Мне уже написали ребята, говорят, Шумору, говорит, сегодня читал комментарий, говорит. Я, говорит, тебя предала, говорит. Я посмотрела где-то в другом месте. Я думаю, я дал 3 серии вперед на стриме, а все-таки кто-то не сдержался и посмотрел еще, понимаешь? То есть, представляешь, насколько мне обидно, насколько секса в этом нет. Как бы, и в этом вся проблема. А, здесь нету дырочки, да, для Эббички? Эббичка сюда не просочится. Ладно, пойдем посмотрим. Ну и сейчас у нас продолжение истории. Если ты не смотрел, обязательно посмотри, плейлист на канале есть. А когда ты заходишь на главную страницу канала, ты можешь не увидеть в сочных новинках канала эту в плейлисте игру, потому что это не сочная новинка уже. В сочных новинках это что-то прям сверхсочное, чего мы не проходим и так далее. Вот, поэтому можешь открывать все видео, если ты на главной странице канала. Если нет, заходи в плейлист. Если нет, просто смотри уведомления. Просто многие думают, блядь, смотрят там, заходят на главную страницу, а там нет сочных новинок. Там вообще может ничего не быть. То есть это такое. Тебе нужно заходить через рекомендацию, уведомления, либо по плейлисту игры, чтобы находить новую серию, либо нажать просто видео на канале. Так, значит, здесь я пролезть не могу. Давай посмотрим. Вот, игруха интересная, ее хотелось бы, конечно, попроходить. Но, опять же, говорю, что для канала это будет очень плохо, если я буду ей заниматься. Вот такие вот пирожочки у нас. А, бутылочкой мы разбиваем окошко, видимо, да? И перелазим. Именно так. Ну вот. Видишь, какая умная. Здесь не пролезешь. Может залезть на крышу? Да, почему бы нет? Ты же уже девочка подкачанная, да? Ты можешь уже вот такую штучку двигать. Правильно, молодец, Эббичка. Опа-на. Монетка. Посмотри, 78-й год. Какой 78-й год? Это 88-й год, 1780... А, 978-й точно. Ладно, это я. Попробуем. Там 2 даты просто. Монетки не коллекционируешь, не? Что-нибудь коллекционируешь? Напиши, что коллекционируешь. Чем занимаешься вообще? Давай, давай, Эббичка! Эббичка, ёбаный! Давай, давай! Ну, ты что, ты крутишься-то? Ты нормально же крутила раньше шкаф! Что у тебя с управлением, Эбби? У Элли все было совсем по-другому. Тебя, Эбби, как-то шароёбит. Так, и куда мы здесь с тобой подзабираемся? Здесь ты можешь стукнуть окошко своим огромным кулачищем? Нет, да? Понимаешь, вчера выложил в Инстаграм тебе фотку. Ребята сказали, во-первых, что я старый, и то, что у меня руки сардельки. Ой, ёбаный! Ой, ёбаный, девочка моя! Вот, а я такой думаю, а неужели непонятно, что ракурс такой? Солнышко светит. О, папочка. Ты немного запачкалась, милая. Да не ты немного. Тоже. Где? Вот где. А. Каждый раз,
когда ты так сбегаешь, разнос устраивают мне. Да брось. Представь, им не безразлична твоя судьба. Здесь безопасно. Пап. Эбби, она должна быть где-то сразу за этой рощицей. И? Ей со дня на день рожать. Мы просто проведаем ее и сразу назад. Обещаю. Давай только побыстрее. Вот. Моя дочурка не даст меня в обиду. Это точно, папочка. Я готова. Как ты узнала, что я здесь? Вот это я в говнину, конечно, испачкал. Он меня сдал, да? Это его работа. Как ты его разговорила? А, просто спросила. Эй, смотри. О, ух ты! 78-й год. Такой у меня в коллекции нет. Оставь себе. Но обещай, что больше такого не будет. Считай, договорились. Почему я не верю? Я даже не знаю. Пойдем, продолжим поиск. Пап. Расслабься. Скоро вернешься к своему Оуэну. Папа так побежал ласково. Ничего. Такие, ой-ой, такой ручками, пап, смотри. Вы стали такой много времени проводить вместе. Больше, чем обычно. Топ-топ-топ, такой Боже. Папа радостный. Топ-топ-топ. И давно ты знаешь? Я твой отец. Красиво здесь. Я все вижу. Например, как вы старательно отводите друг от друга взгляд, когда я рядом. Я так не могу. И он тебя смешит. Потому что он был бес. Он теперь со мной особенно учтив. То есть ты сел ему на голову? Эбби, смотри. Свежие следы. Это следы олененка? Или кого это следы? Давай-ка еще тут порыскаем. Стоп. Это ты так украдкой учишь меня выискивать следы? Я бы не в жизнь. А получается? Ну, тебя же я нашла. Да, но жульничала. Ну так цель оправдывает средства. А это кто там мертвый валяется? Надо же. Ты меня слушаешь? У тебя бывают умные мысли. Это что за... Пап, я нашла кое-что. Боже мой. Она уже родила. Фу. Смотри, два ряда следов. Ага. Пап. Это она. Идем. И маленькие копытца. Нет, ей больно. Там что, зомби напали какие-то? Эбби. Я стараюсь поднять. Если тут зараженные. Здесь все проверяли. Они не сидят на месте. У тебя же оружие с собой? Конечно. Вот черт. Эбби. Что? Ёб твою мать. Нужно ее освободить. Бедная зебра, тихо, господи. Не бойся. Мы тебя не тронем. Тихо. Черт. Глубоко вошла. Ладно. Эбби, иди сюда. На. Я буду держать. Хорошо. Давай. Спокойно, спокойно. Док! Спокойно. Док, вы здесь? Да-да, мы здесь. Что? Так, иди сюда, помоги мне. Вас вызывают... Оуэн! Держи ее! Давай! Осторожно. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, крепко держишь? Да. Давай, Эбби, режь. Держи. Почти. Сейчас. Все. Бедная лошадка. Охренеть! Вас все обыскались, надо... Стойте! Пап! Что случилось? Пойдем! Батя любит лошадок. Это хорошо. Ой, красота. Вон она, родила маленького. Мы с вами молодцы. Док, привели ту девочку. Девочку? Про которую говорила Марлин. Ее нашли в тоннелях. На руке старый след от укуса.
Но заражения нет. Это вот про Элли. Не может быть. Они уже приступили к анализу. Поэтому вас и вызвали. Пап? Идемте. Интересно, а что папа в дочку колол с детства, что она такой выросла? Там что-то по-любому замешано, мне кажется. Как ты считаешь? Мне кажется, что там не просто так она. Ткань вплетена в мозг, по-другому никак. Должен быть другой способ. Возможно, изъять образец, сохранив жизнь носителю. Носителю. Это ребенок, а не чашка Петри. Как будто я... Я все понимаю. И ты готов ее умертвить? Нет, я хочу разработать вакцину, которая спасет миллионы жизней. Сколько цикад уже погибло. Но по своей воле. Ты спрашиваешь меня? Или ты уже все для себя решил? Я прошу тебя. Так надо. А если бы это была Эбби? Послушай, все, за что мы боролись, все наши жертвы, все те ужасные... Это шанс доказать, что все было не зря. Будь это твоя дочь, что бы ты сделал? Эбби. Я принесла поесть. Спасибо, милая. Лошадку? Марлин. Хорошо. Спасибо. Я поговорю с Джоэлом. Зачем? Они вместе прошли полстраны. Он имеет право знать. Удачная операция. Ты поступаешь правильно. Да. Будь это я, бы согласилась на операцию. Черный экран. Двери. Так, а это что у нас за приключение? Я не понял. Что у нас здесь произошло? Фонарика у нас нет. Он что, до сих пор в здании? Эбби. Нет. Эбби, не спи. Папа! Папа! Эбби. Нет! Тише. Ты что делаешь? Мэнни! Почищаю. Не-не, мы пришли за ним, и все. Нельзя оставлять их в живых. Кто тебе это сказал? Он прав. Нельзя никого оставлять. И чем же мы тогда лучше него? Я вас
Они же ничего не сделали. Да ну, а мое лицо? В жопу твое лицо. Надо было караулить наверху, как я тебе сказал. В сторону. Отойди. Успокойтесь. Или что? Отойди, я сказал. Успокойтесь. Джордан. Выстрелишь? Все. Мы уходим. Сиэтл! День первый! Только уже, видимо, за Эбби. Эбби! Йоу! Тише. Ты в порядке? Да, я... Книжка «Город воров». Я тебя повсюду искал. Нас вызвали. Отправят на передовую. Что? Серьезно? Видимо. Собирайся. Что, прямо сейчас? Да. Vámonos. Ладно. Ёб твою мать. А, шея. Тяжело мне на это смотреть, ребята. Ладно. Спасибо, что уступил вчера комнату. Ага. Кто на этот раз? Та с кухни? Не, которая с горы. Спустилась вот ко мне. А, ученая. Клево. Ну, она чересчур увлечена работой. Все уши мне прожужжало с этой бурей. Не знаю. Ну, того стоило? О, это оправдание, безусловно. Да? Безусловно. Теперь я умру счастливым. Понял. Еще бы. Лучше нее ты никого не найдешь. Все так очень реально по-киношному выглядит. Проработка каждой мелочи, каждой стенки, все вот эти потертости, шероховатости, они все сделаны. Ну посмотри, ну уникально просто. Ну это очень классно это. Привет, мисс Клосс. Ой, лялечки. Да? Майнкрафтеры? И с ней? Джентльмены, не хвастаются. Вот они как выглядят, оказывается. Майнкрафтеры. Да. Майнкрафтеры. Вот они. Ух. Подрастете к отцу Шумору, приходите на стримы, там, на канал, лайки ставьте. Привет передавайте. Вон мальчик хочет. Он пабгер будущий, мне кажется. Вот он. Вот он, пабгер будущий. И вот тоже рядом сидит. Да, это все пабгеры будущие. А там майнкрафтилы. Эти мои хорошие. Я радостные такие все. Пойдем. Пойдем, бородатый. Мне надо с отцом поговорить. Возьмешь поесть? Ага, хорошо. Мне что-нибудь конпиканты. Будешь есть, что дадут. Офигеть народу, офигеть! Этот шрам стоит на коленях, молится. Я подхожу. Так, это получается у нас здесь сдают посуду. И самообслуживание. Че хаваете-то вообще, че у вас? Понятно. Давай. Пустые миски хаваете? Это кто такой, кто там со мной поздоровался? Привет, Джордан. Поедешь с нами в Серевину? Нас с Мэнни вызвали в штаб. А что вам делать в Серевине? В отеле и школе объявлена эвакуация. Заберем вещи и отвезем людей обратно на базу. Серьезно? Представляешь, после всего, что было, мы просто отступим. Подожди, еще не факт. По крайней мере, хоть Лия пораньше вернется с телестанции. И то радость. Мне пора. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. У меня такое ощущение, что у нее походняк, что она кому-то хочет здесь разъебать сейчас. Просто подойди, блин, и... Разрешите, вмешаюсь. Здравствуйте. Эбби. Как самочувствие? Замечательно. Сказала бы ему, чтобы избавился от этого. О, я пыталась. Мне же идет. Да вы сорибли. Буэно, пора выдвигаться. Береги его. Конечно, ради вас. Так, где хавчик-то? Я хочу кушать. Эбби строит, хочет кушать. А вот очередь, да, у нас? Что у нас сегодня на обед? Буритос. Опять. Ясно. В смысле? Я там супчик видел. Эбби, что ты делаешь?
Эй, Тенемес, призадем Этрис Буритус. Слышь, тут очередь. Мэнни, охренел? Дай пройду. Куда ты прешь без очереди? Извини. Да мы в патруль. Чего? Ну как так можно? Третий ты кому? Ты лишний взял. Ты только не психуй. С нами поедет Мэл. Мэнни? Где твой рюкзак? А как распаковать? Хочу посмотреть, какой там буритос апокалиптический. Пойми, вы обе мне дороги. Мне надоело это притворство. Она знает, что я тоже еду. Знает. И она согласна? Ну... Твое «ну» звучит как «не». Это из-за акцента. Брось, не будь параноиком. Тебе нравится ставить меня в неудобное положение? Нет. Я даю вам двоим шанс наконец-то помириться. Она со мной после Джексона почти не общалась. Мне что, сделать вид, что я этого не заметила? Конечно, нет. Вам надо поговорить по душе. Вот у нее не буритос во рту, а пиписька. Хотела, чтобы Джоэл сдох. Она не такая. Маленькая такая. Ей раньше не приходилось истязать людей. Сколько она шрамов убила? Ну, не так, как мы убили Джоэла. Не забывай, мы солдаты, а она врач. Прошу тебя, Эбби. Она же своя. Пожалуйста. Ради меня. Попробую. А больше я и не прошу. Собирай вещи, я схожу за мной. Давай. Будь умницей. Отцепись. А вот и апартаменты Эбби Стероид. О, вот где они же... Ей-то надо? Ученая, да? А это не ее, да? Понимаю. WLF. Стадион, короче, они заняли, да, получается? Стадион — это их база теперь, да? Ветряные мельницы, я смотрю, там все очень красивенько сделано. А что мне вещи? Какие мне вещи собирать? Давай посмотрим. Рюкзачок мне нужен. Курточка, рюкзачок, фляжечка. Ты готова? Да, почти. А Мэл-то не одна. Мэл, Эбби, они и правда отправили тебя. Еле-еле. Ты могла попросить остаться? Не хочу сидеть без дела просто так. Ну, а да. Он что говорит? А почему Оуэн должен решать? Надо забрать Элис по дороге. Эй. Ты сможешь. Ну, вроде бы я все взяла. Мне больше ничего не нужно. Эбби Стероид готова выйти на службу. Охеренно вообще, просто атмосфера. До обычной ротации не переживай. А как вернешься, осмотришь моего отца? Ему стало, по-моему, хуже. В плане? Ну, он жалуется на острую боль в запястье. Ложку едва держит. Может, достанем ему еще анальгетиков? Говорят, вас с Оуэном перевели в блок 96? Да, там хорошо. Много молодых семей. Ну и как твой настрой? Перед родами? Куда ни глянь, там везде дети. Я готовлюсь морально. Столько ревущих младенцев. Оуэн, небось, в шоке. Он еще даже не видел. Он на патрулировании с Дэнни. С Дэнни? Да. Спасибо. Не повезло. Ага. Парень! Ты почему стиркой занимаешься? Тебе в патруль надо, ёб твою мать, здоровый мужик! Эбби Стероид, значит, идет, а он... Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, трусишка зайка серенький под елочкой наклал. Собаки. Овчалки. Раф-раф. Выписываю Элис. Она внутри играет. Так, Эбби, отведешь ее? Малышка. Зверюга ты наша. Моя любимица. Только она тебя и терпит. Не ревнуй.
Что это за порода? Ребят, кто знает? Хочешь прогуляться? Давай, пойдем. О, привет, Мишка. Ну ладно, раз уж ты так просишь. Прикольно сделали, да? Вот такие вот мелочи, они так охуенно проработаны. Это очень круто. Тебя я вчера видела с Джен? Да, меня. Но здесь хейтеры пасутся. Что она здесь делает? Для Айзека что-то. Ей, да? Наверное, одиноко. Да. Ну, ей очень нравится. Спроси ее про кучевые облака. Зато хотя бы не нужно лезть под пули. Да, если ты этого не любишь. Я была Привет, бы рада Эли. Остаться на базе. Здорово. Просто Привет. Лечить семьи. Ты соскучишься по шраму. Это вряд ли. Покойся с миром, Вов. Привет. Оружейная. Привет. Мне как обычно. Хорошо. Здравствуйте. Машины есть? Есть С-24. Я поведу. Выезжаем. А расписаться? Все верно. Спасибо. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстрой. Нафига нам тир? Ну что, посоревнуемся? Проигравший убирает квартиру. Это по-крупному. Кто больше, полный магазин? Ну, держись, Каврон. Тяжело. Нормально. Слышь, почему он выбивает больше-то, я не понял. Все, я сделал тебя. Он продырявил хедшотов. В следующий раз я его себе возьму. Ну да, ведь в оружии все дело. Кстати говоря, там целая гора немытой посуды. Злая ты. А, и можешь белье мое сложить. Да все, пошли, хватит уже нам стреляться. Мы и так вон в зомби стреляем с тобой. Без промаха. Отец уже к сосочкам привык, понимаешь? Приз получен, меткий стрелок. Вот это я поймаю, это по-нашему. Это я, это про меня вообще сказали. Все, патроны мы взяли. Да, кто у нас умница? Я тоже скучу. Чурелис со мной. А Мел подумает. Свежий воздух полезен. Да. А заодно поболтаете. Охренеть, здесь у них городище. Просто жесть. Как у тебя дела со снимками? Не очень. Охренеть. Могу взять что-нибудь в аптеке? Не, не надо. Мне не трудно. Да все равно, когда-нибудь сама выйдешь. Я сейчас на базе. Ты и умный. Ты это к чему? Мэнни, привет. Вы куда? На вторую. Машина С-24 на вторую. Да будет жизнь долгой. Да будет смерть быстро. Так мы без инкубатора? Да. Вы за ней пойдете? Не, Айзек говорит, обойдемся. Лосося нам пока что хватает. Что ты имела в виду насчет Оуна? Давно его не видела. Вечно он на задании. Вы с ним общались? Он что-нибудь говорил? Нет, мы пока... Ну, то есть я вижу его в столовке, но... Пока не разговариваем.
Он не в себе после Джексона. Ты особо не переживай. Опа, нихуя себе! Вот это я знал! Вот это я знал, так и будет сейчас. Это уже... Ой, это уже РДО мне напоминает чем-то. Подожди-ка, маленький. Сейчас как в тире будет. Сейчас. А чё ближе-то, ребята? Это бойцы ВОП, да? Тихо, ребята. Чё-то вообще не реагирует на выстрелы, чел. Тихо. Ребята. Ребята, спокойно. А откуда их столько? Вопрос у меня. Жесть какая. Блять. О, маленькие. Тихо, спокойно. Не, вот эти меня не интересуют. Жесть какая-то, блядь. Блядь, не меня куда-то. Слушай, ну это офигенно. Таких постановочных моментов я мало где видел в современных играх. Это нереально круто. Это до мелочей продумано. Охуенно просто. Я прям ловлю кайф, ловлю. Мы тут на виду. Надо укрыться. Фонарик есть же у нас? Есть. Надо здесь все осмотреть. По слуху, здесь никого. Хотя хуй его знает. Что у нас по аптечке? Аптечка есть? Давай перевяжемся ебичкой. Была Элечка, стала ебичка. Видишь, как быстро меняется. Хватит материалов, чтобы смастерить бомбу. Принято. Только я не умею мастерить бомбу, ты понимаешь? У меня вон ничего не прокачано у Эбби. О, у Эбби другие навыки, что ли? Нет. Я и глушитель не могу сделать, я ничего не могу сделать, короче. Тут много где можно спрятаться. Угу. Вон там он вдалеке ходит, по ангарчику, блядь. Один, второй. И все они радостные, да? Все они хотят мозги. Блин, какой же фильм был у нас... В конце 80-х, где зомби орали мозги. Блять, как же он назывался? А, напомни мне, пожалуйста. Охуенный фильм, мне в детстве было страшно его смотреть. Блять, мне вот нравились «Кошмар на улице Вязов» про Фредди Крюгера. Это охуенно было. То есть в детстве прям будоражило, понимаешь? То есть нервную психику я себе попортил там, блядь, с этим фильмом. Да. И мне очень нравилось в детстве как раз вот этот про зомби. Но он был немножко дебильный, но там постоянно зомби кричали «Мозги! Мозги!» И тут постоянно они кричали, понимаешь? Они постоянно хотели «Мозги!» Но им никто не хотел давать мозги, поэтому они забирали мозги. 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 О, нихуя, как я умею. Ладно, допустим этот момент. Себака! Себак! Ребята, вы не прихуели ли? Мы тут разборками занимаемся, как бы. Мы команда, мы пошли все на дело, как бы. Я понимаю, ты беременная, вся фигня, у тебя есть собака. Но мы же команда, мы должны поддерживать друг друга в любых, блядь, направлениях нашего проявления траекториального движения, блядь. Вот.
Ты рассказывай-то. Что там, как у тебя? Вот ты пришел на видос. Вот отец все-таки тебе снял, видишь? Какие у тебя ощущения по этому поводу? Какие чувства? Есть у тебя эмоции на этот счет? Что ты по этому поводу думаешь? Что ты мне не пишешь? Лайк принес вообще? Нет, вот скажи мне. Друзей на видео позвал? Да. Чисто. Это намного круче, чем бухать и смотреть аниме. И что? Какие у тебя увлечения? Ничего. Бухать и смотреть аниме. Так. Ребят, посмотрите. Дырочка. Вон, свет пробивается. Может, там вылезем? Я заберусь и гляну, что. Очевидно, в этом что-то есть. Только я боюсь, мы просто так туда не заберемся, да? Инструкция для самодельной бомбы у нас есть. Неужели нам? Ну, рискнем. Неужели нам вот так вот по ебеням лазить здесь? А здесь кто-то уже селился, я смотрю, веселился, да? Здесь кто-то уже обживался. Давай заберем все это дело. Самодельную бомбу мы можем скрафтить. Давай сделаем. Эх ты ж дурочка! Убери бомбу из рук. А то я дурочка, я в смысле дурочка. Я могу... Это, испортить ситуацию, блядь. Подожди, а почему я дебилка? Ну, прыгнула как-то криво, неправильно вообще. Подожди-ка, здесь должен быть какой-то вариант решения. То есть вопрос, либо сразу нужно прыгать после этой перекладины, либо чуть-чуть попозже. Мне кажется, я дурочка. И что-то делаю не так. Да. Изначально мне... Ёх, твою мать. Опаный рот! Эбичка! 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 Держи! Ну там хуйня идет! Ребят! Ребят, там залупа, ребята! Ребят! А, нормально, нормально. Хороший пес. Они идут! Давай! Кто они, блядь? Чувак, ты специально тормозил, как актер, блядь, из фильмов, реально. Так, массовка пошла, массовка пошла, снимаем. Зомби начинают бежать. Зомби начинают истерически бежать. Да переебей уже ее там крикун. Блин, нихуя себе эби ты даешь. Ёбаный. На нахуй, на нахуй. Зачем мне ножик, блядь? Там зомби просто в ахуе с удара эбички. Уйдите нахуй, Почему они не... кнопка уклонения вообще не работает в этой игре ебучей? Вот извините меня, но с уклонением они вообще здесь перепутали настроение, блядь, телесного цвета. Я не знаю, это очень поносно работает. Нажимаешь уклониться, она нихуя не уклоняется. Либо делает какой-то непонятный мув. Все. Хватит пукать. Это очень все странно выглядит. Уклонение вообще не рабочее. Черт. Все? Да. Как же они задрали. Да. Не то слово. Ладно. А еще же был предмет, не? Нет. Да, там точно никого. Так, ладно, а что мы здесь имеем, получается? Нас здесь передавило, расшараторило как бы, и мы, соответственно, проверить здесь дальше ничего не сможем, да? Или здесь есть момент, где мы можем выбраться, все-таки интересный. Вот у нихера не понятно, все завалило, понимаешь? Ребят. Мэнни. Сейчас. Дама, вперед.
Через месяц я бы здесь не пролезла. Давай, Эми. Сам сказал, дама вперед. Люблю я тебя. Мне кажется, я знаю, кто у них сзади из их пары. Эбби, похоже на теплицу твоего отца. Не очень. Тут хоть что-то растет. И правда. Знаете что? Удачно вышло. Видите, вы снова сблизились. Заткнись, Мэнни. Я же говорю. Так. И что мы здесь с тобой должны найти интересного? Еще один выход очередной, да? Очевидно, это вот этот домик, вот эта хибарка. Там сейчас монстр какой-нибудь старый. Старый вонючий зомби, который ждал видоса по Last of Us. Что-то не пойму, что там. Там нихера нет. Забраться на это все дело. Инструменты. Но зомбарями здесь... Отойди, пожалуйста, а? Зомбарями здесь не пахнет. А вот он и выход. База там. Шрамов не видно. Это пока. Да. Идем дальше. То у нас хоть собака есть. Боже. А ведь когда-то мы могли ходить по этому району, не опасаясь шрамов. Тоскуешь по перемирию? Тогда жилось проще. Слишком просто. Мы расслабились, и они вздернули целый отряд. В отместку за то, что мы расстреляли тех детей. Но пойми, эти дети угрожали нашим. Ты бы что сделала? Точно не палила бы из всех стволов. Я бы спасал наших ребят. Мэнни, это дети. Они не виноваты. Мы тоже не виноваты. Те смерти на их совести. Ну-ну. Так, а куда мы идем-то? Не хочется сглазить, но тут как-то слишком тихо. Смотрите по сторонам. Там где-то выстрелы слышны или что? Кстати, меня умиляет. Да, слышишь? Меня еще вот это удивляет немножко, то, что неужели нигде больше вдалеке выстрелов там не слышно и так далее. Как будто мир живет только здесь, а он должен же, по идее, различными дверь видами. Чем-то подперли. Может, есть другой вход? Да, может, есть другой вход, и висит такая хуйня здесь. Кабель. Мэнни, посмотри, что там. Давай. Он подкинул мужика, как будто он просто пушинка. Вот это да, Эбби Стероид. Кабель за что-то зацепился. Ну и что, сбрасывать будешь, не? Ребята вообще-то ждут. Вот так. Залезай. Мэл, постой с Элис. Я попробую открыть эту дверь. Поищу для вас другой путь. Давай. Аккуратней. Оставили одну с собакой. А где собака? Собака там. Ну? Шрамов пока не видно. Тут высоковато. Да, это точно. Так давай перебросим кабель просто в другую сторону, не? Смотаем и перебросим. Давай. Все, Мэл. Мы внутри. Понятно. Ну, видишь, смотри, какая бичка умеет. Там шкаф 200 килограмм металла. Давайте, быстрее. С оружием внутри. 500 килограмм. Да, и бичка такая, бля. Не за что. Иди сюда. Там где-то перестрелка идет, да. Ого. Вы посмотрите.
Лодочная мастерская, что ли? Надо запомнить это место. Лишние запчасти нам точно не помешают. Это базара ноль. Но здесь по-любому есть хозяин зомби. Не? Было бы логично. Бутылочка-хуилочка, шурупчики-хуюпчики. Верстачок-хуйчок. Так, подожди, а я же могу свою пиписочку, да, здесь теперь? Чё я могу сделать здесь интересного? 50 нужно. Устойчивость, магазин, прицел. Полевой ремонт. Не нужен мне полевой ремонт. Так, ну явная сексуализация здесь имеется. Противоречий не вижу. Ладно. Вот так вот, девочка моя. Ой, как вибратор у меня, слушай. Вообще. Я подержу. Давайте. Я подопру. Ёб твою мать! Прости. Вы там в порядке? Да. Рычаг сломан. И что теперь? А все теперь, блядь. Глянь. Люк. Мэнни, побудь тут. Мы посмотрим, как забраться на крышу. Хорошо. Ну, ты рада, что поехала с нами? Да. Надо будет сказать. А вот если бы не заметили этот люк? Я рада, что я здесь с вами, а то иначе я бы не смогла вам помочь. Слушай, почему ты меня избегаешь? Я тебя не избегаю. Да ладно, мы после Джексона почти не общались. Не знаю. Видимо, меня это тоже потрясло. Что, жалеешь Джоэла? Он заслужил даже больше, просто жалею, что приняла участие. Понимаю. Это каким зверем надо быть? Я не это имею в виду. Надо подлезть к этому люку. Ладно. Это, получается, событие как раз после Джексона, после того, как Джоэлу ударили по голове. Эбби, то есть... подсади-ка меня. Есть идея. Идеи я люблю. Warface пошел у нас. Давай-ка. Давай. Забирайся. Так что за идея? Секунду. Родить наверху. Что ты делаешь? Пробираюсь к выходу. Ладно, только не спеши. Что хорошо в беременности? Низкий центр тяжести. Поверю тебе на слово. Перебралась. А там зомби. Давай сюда. Спасибо. Я, конечно, все понимаю. А, тут у нас проход же, да, лестница. Открыла дверь с той стороны. Там уже нашего товарища пожирает зомби какой-нибудь вместе с собакой, да? Ладно, мы на шаг ближе к люку. Да, тут и так все понятно. Отойди-ка. Работает эбистероид. Слушай. Блядь! Я не буду слушать. Пойдем, Эбичка. Не слушай ее. Слушай, говорит. Блядь, ну как же охуенно здесь весь этот интерьер, все вот это сделано. Ну ебаный пиздос. Бей по голове меня, морковочка. Так. Чем-то напоминает лодку Оуэна. Давид против Голиафа. Тайные операции у нас доступна, веточка какая-то, да? Постель убрана. Такая себе яхта какая-то.
Так, а здесь у нас что? К люку можно пройти по мостику. Но как добраться до мостика? Сейчас Эбичка тебе покажет. К люку можно пройти... вот это вот, что за херь у нас? Так, что мы можем здесь сделать интересного? Еще раз взять лестницу и перекинуть на ту сторону, что ли? Подожди-ка. Видимо, да. Мне кажется, именно так. Нам же туда нужно дальше. Могу я еще раз взять тебя? Да. Вот видишь, ты говоришь, Шумора тупой. Ну, вот тебе, пожалуйста, блядь. Тебе, пожалуйста. 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 Здесь нельзя. А, вот здесь можно. Все-таки есть ограничения. Ну вот, уже что-то. Да не, а что что-то, что мне это даст? Теперь мне нужно что-то с канатиком сделать. Канатик дергается, видишь? Писечка такая. Говорит, возьмите меня, я провалился в дырочку на сочленении двух моделек. А потом там мы должны будем Нет, ты точно... Совет. Что дальше? Тут есть веревка. Ну, ну, так я и думала. А потом мы забираемся. То есть все верно. Нахуя мне такие подсказки явные? Я же не дурочка. Вот. Да. А то дают мне советы. Я так и сама догадалась, они мне тут совет, совет. О, высоковато. Сильно голова кружится. Особенно, когда смотрю вниз. Да, там сейчас пиздарики будет. Мэлу. Мне кажется, а Мэл-то это. Чуваку этому. Вот они. Мэнни, угу. Спускаемся. Лови нас. О, дом, милый дом. Мы рядом. Можно срезать путь через депо. Сначала бы с крыши слезть. Слезем. Трудно представить, что ты можешь чего-то бояться. Я не такая уж бесстрашная. Да ладно. Оперировать я бы вот в жизни не смогла. Такой стресс. Вдруг рука дернется. Ты думаешь, я не боюсь, что ли? Да ты с Джоэла прооперировала. Но... Папа всегда говорил, что ты его лучшая ученица. Правда? А то, по твоим словам, он был идиот. Идем. Элис, ну, умничка. Наконец-то вы нас догнали. Ну как, тут все тихо? Ага. Мне это не нравится. Ну, до базы рукой подать. Да. Как вернемся домой, я плюхнусь на диван, врублю мультик и буду пить, пока не отрублюсь. Да? Что пить? А, какой мультик? Ха. Серьезные вопросы. Тот, про девчонку. Кому съема? Верхом на волке. О, я его обожаю. А пить? У меня еще 100 недель мескаль стоит. Не поняла, а ты про наш мескаль? Сей. Я тебя оставлю. О, я бы тоже хлебнула чего-нибудь. Жаль, что я на сносях и в бегах. Ну, пока вы сейчас веселитесь. Нам сюда. Сейчас пиздарики придет. Пойдем вдоль путей. Они выведут нас к дороге, идущей к базе. Мне не по себе. Знаю. Смотрите в оба. Через стену перелезем. Дура! Кто свистнул? Дура! Я не хотела стрелять! Вон, смотри! Уёбок ползет, смотри! Кто-нибудь видит их? Осмотрите депо. Они где-то рядом. Найти их.
Вот это я неожиданный момент сделала в нашей игровой сессии. Все аж замолчали сразу. А вот прикольно было бы, если бы игра среагировала и сказала: ты чё, дура, Эбби? Ты чё стреляешь, Эбби? Сейчас. Эй! Две пули мало. Вот это вот странно. Как будто они там все в бронежилетах. И почему наш пес не атакует? Вопрос. Он слышал что-то? Обама! О, да! Эбби стероид в деле! Понятно! Тихо. Что-то жесткое начинается. Что-то жесткое начинается. Это какой-то гангстер жесткий. Смотри, какой он! Ебать, резкий чел! Ёб твою мать, это кто? А, это из Brothers же. Я понял. Поняла я! А ты чё, этого не убил, что ли? Ну прикрой же меня, братик! Винтовка! Перед тобой! Какая винтовка передо мной? Кто тут еще остался? А ёб твою мать! Там кто-то с винтовкой сидит? Я тебя найду, мразь! Да. Больше никого не вижу. Вот это я стрельнула в пустоту. Вот это я дурочка. И нам, видимо, вот сюдымочки, да? Сюдымочки мы выбираемся. Ребят, сюда. Даже собака сама забирается, прикинь. Прыгун какой. Смотрите, мы почти дошли. А чё осмотр-то? Мы и так все видим. Там еще у нас сябяки. Сюда. Да, охуенный замок. Очень помогает. Мрази. Чё-то у нас тут гангстерских разборок слишком много, мне кажется. Пора им пошуметь. О, да. Откуда? Это что за хуйня? Заходи! Чё за хуйня? Кончаются патроны. Базара ноль. Я вас не знаю. Господи, их дохуя слишком. Береги! Реально, а вот почему люди, блядь, не могут нормально жить друг с другом?
В одном нормальном обществе столько ебать перехуярили еще друг друга, просто незараженные. А это наши уже, наши. Просто жесть. Эй, какая-то. Надо сваливать, пока еще не набежали. Вы готовы? Да, мы готовы. Ну, куда садиться-то? Твою мать! Черт, ты как, цел? Ничего, переживу. Давай. Дай посмотрю твою руку. Погнали! Ну что, братья мои и сестры, мы погнали. Возможно, финал этой игры. Значит так, дружище, на этом мы нашу с тобой сегодняшнюю серию заканчиваем. Если ты хочешь еще Last of Us продолжение у меня на канале, не забывай ебать мне царский королевский лайк. Вот, потому что все зависит от тебя. Возможно, это последняя серия на моем канале, а возможно, мы с тобой ее добьем. Все будет зависеть от того, что ты напишешь, значит, и сколько лайков поставишь, все. Значит, пиши, что думаешь, старался. У меня времени сегодня особо не было, но вот сел, записал для тебя, чтобы было сексуально, вечером поздно выйдет. Но в любом случае выйдет. Лучше пусть выйдет, чем не выйдет, да? Все, давай, целую, люблю, пиши, что думаешь. Пока-пока, увидимся. С тобой был, как всегда, я, Утец Шумору. Подписывайся на Инстаграм, там всякое интересное.